Приветик, девочки, мы в сосновом лесу. Смотрите, как прикольно. Сегодня Пасха. Мы выехали подышать, прогуляться, пока есть такая возможность. Это сосновый, а дальше, смотрите, березки. И знаете, болото, сейчас подойду ближе. Воздух такой классный. Нужно дышать. А то мы в городе таким воздухом не подышим. Смотрите, как красиво. Девочки, сосна. И березовая роща. Вот как вот. Смотрите, какая березовая роща. Птички. Березки. Никто сейчас его... Знаете, раньше все равно какие-то проводились работы, чистили как-то лес. Ну, агрономы, там лесники, они же знают, как правильно это делать. Но как мне нравится сосна. Знаете, хоть брать веточки и в квартиру домой, чтобы пахло хвоей. Так мне нравится. Смотрите, здесь... Есть стол и лавочки. Посидим, подышим. Мы со свекровью, с мужем выехали подышать. А здесь вот болото. Сейчас я вам с ним красиво. Видите, какая лавочка. Запах. Красивые березки. Они, знаете, как самосад, что ли. Сами уже сеются и разрастаются. Болото. Реально болото. Жерло Петра и Павла. Девочки, к родничку приехали. Какая-то освяченная здесь вода, в общем. Целебный какой-то источник. Сейчас наберем водички. У нас была баклажечка с собой, мы водичку ту вылили. Наберем сейчас с источника. Смотрите, елочки. Красиво. Вода.
А, ну тут отъеда, да, тут. Ну есть такие покупали. А, вот он. Тут я. Оленька. Я думал, что он в этом. Там уже он нажадок. Да не найду. Господи, ну, благослови, вот да есть. Будет эта вода просвещение мамы и восцеление души и тела. А, слава тебе, да, Господи. Я думала, ты набираешь. Не, источник. Ой. Источник. Это как у нас на веретеновке в сумах. Джерельце тоже. Я думала, ты скалюги набираешь. Не. Угу. Ни разу не была. Ты вон и цей говорит. Я уже. Брали водички, девочки. Попили водички. Попили. Родниковая вкусная вода. Говорят, что источник целебный. Освяченный. Петра и Павла источник. Апостола Петра и Павла. Ну, в честь их. Очень красиво. Нам люди подсказали, что есть озеро в Бернацком красивое. Сейчас нам будет по пути заедем еще и туда. Дождик уже прошел. Здесь лунное не было. Сейчас мы еще туда заедем. Солнышко. Очень красивое место. Девочки, в этом же селе Чернотычи. Вот это был родник целебный. И вот у них такое вот озеро. Смотрите. Видите, домик для уток или лебедей. Никого сейчас не видно, не знаю. Но даже, видите, домик построенный для них. Для птиц. Видите, сколько тоже мостиков, рыбаки здесь. Большое озеро. Сидят рыбаки. Это нам подсказали возле источника. Подошли соседи, свекрови подсказали, что есть еще здесь озеро. Типа съездите на озеро. Мы там были. Они тоже сосницы. Подсказали нам. Оно немножко в стороне, мы бы и не знали, если бы нам не подсказали об этом озере. Смотрите, поле. Трава какая красивая. Небо, солнышко. О, бобры, говорит муж. Дерево подточили, бобры живут в озере. Да, 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 да. Ага. И он бы объедал. Глянь, как видно хорошо. Батюшка. Угу. Бобры здесь живут.
Видите? Сейчас покажу вам, как бобры деревья точат. Вот смотрите. Видите? Оно уже, ну как они обточили, оно сломалось. А вон они работают. Сейчас вам покажу. Скоро они тоже упадут. Они их уже обточили. Смотрите. Ой. Бобры так работают. Вон второе дерево. Значит, здесь они живут. Девчонки приехали, учхоз. Муж когда-то учился. Это была хозяйственная часть. Все развалено уже, разрушено. Решили заехать посмотреть. Холод, сыро. А тут погреб был здоровый, там это. Господи. Вообще, да вы. Это раздевалка, а там фото дружбу. Да, сейчас я дружбу сбу. Пошли в столок подъезд. Я просто в шоке, что тут ничего уже не знаю. Здесь были, он уже рассказывает, трактора, комбайны, большие ангары для техники, овощехранилища были большие. Ничего нету, все разбомбили. Его покойный отец на комбайне работал, на тракторе. Ну, когда приходила пора. Также же обучали студентов. Практика была. Вот здесь они проходили ее. Все заросло, все. Зато тихо так. Тихо, классно, спокойно. Домики, конечно, страшно. Знаете, зашли, а там как в погребе. Такой, знаете, холодный воздух. Сырость такая. Ну, как-то страшно, не знаю. Лично мне как-то страшно. А на улице, знаете, так тепло.
за строение? Сейчас пойдем посмотрим. Они пошли смотреть ставок. Вот там заросли, я не пошла по зарослям. Вот здесь сторожа жили. Переодевались они, все. Это все сторожилось раньше. Еще какие-то заброшенные здания. Ага, это, наверное, знаете что? Так думаю, что овощехранилище еще какое-то было. Подышим свежим воздухом. Девчонки, зайца встретили, смотрите, заяц. Все, еще сидел и не боялся. Смотрите, сидит, сидит, сидит. Зайка серый. Вылез потихоньку и только дверями не ляпал. Хай он открыл. Смотрите, сидит.